Очередной домашний матч «Союза» в рамках чемпионата Пензенской области среди взрослых команд собрал почти полные трибуны на центральном стадионе «Заречного». На своей площадке «Зареченцы» принимали давнего противника – «Грабовский ГРАС». Сильнейшая команда чемпионата области по результатам трех прошлых лет в «Заречный» приехала только за победой. Однако и «Союз» уступать был не намерен. В результате, обмениваясь спокойными и размеренными атаками, первый тайм команды провели в ничью – 0-0. После перерыва страсти накалились, спортсмены начали яростнее атаковать. В середине второго тайма все же удалось открыть счет. Футболисты из Грабова распечатали наши ворота. Наши футболисты не отчаялись. Осталось больше 20 минут для того, чтобы сравнять счет и выйти вперед. На то, что «Союз» отыграется, надеялись и болельщики. За «Союз», конечно, болеем. Очень хорошая команда, но, понимаете, наверное, ребятишки поопытнее ребята. И играют-то получше. Вот так 1-0, наверное, так, может, даже 2-0 будет. Но наши, наверное, не забьют. Я тебе не забьют, наверное, да? Я так думаю, наверное, не забьют. Отыграются? Должны. Надеемся. Сколько наши забьют? Ну, хотя бы один. Должны забить. Будто услышав прогнозы болельщиков, ближе к концу матча союзовцы прорвали оборону «Граза» и забили ответный гол. Матч завершился со счетом 1-1. Пока на счету обеих команд по одной победе и ничья. Однако принципиальным соперникам предстоит еще не раз сойтись на площадке этим летом, причем не только в рамках первенства области. В эту среду «Союз» будет играть в Грабово в рамках 1/4 финала Кубка Пензенской области по футболу. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».